человек может жить до бесконечности. Вопрос как? Благодаря чему? Очень просто. Мы работаем с тремя техниками. С телом, с дыханием и сознанием. Тело, дыхание, сознание. То есть гимнастики есть телесные, дыхательные и для сознания. Что такое сознание? Это отдельный класс. И вот если комплект нет, триады, то ничего работает. То есть можно там фитнесом заниматься, телом заниматься, а сознанием не заниматься, то ничего не получается. То есть должен быть, ну, связанность этих вещей. Работа с телом – это только 20% результата. Работа с дыханием – это 50%, то есть еще плюс 30%. А сознание – это еще плюс 50%. То есть работа с сознанием – это самый высокий уровень, который дает вам эффект оздоровления.